Итак, я сделал 10 штук, такое круглое число батареи. Теперь я их замерю, вернее кассет, по 11 батареи. Теперь я их соединил и замерю напряжение на каждом. Насколько оно будет разное или одинаковое, посмотрим. Теперь в процессе, когда я изготавливал батарейки, получилось так, что мне пришлось вот отбраковать такое количество, тут довольно, 14 корпусов батарейки мне пришлось заменить. По той причине, что они в этом корпусе не выдают напряжение, вернее, батарейка выдает напряжение меньше 1 вольта или около 1 вольта. Поэтому я выбирал тот корпус, который дает не менее 1 вольта и больше. Вот получилось, что материал неоднородный, из которого изготовлен. То есть нужно изначально его готовить, а потом уже изготовить пробные корпуса, и только потом уже этот материал использовать для тиражирования, для увеличения количества этих батарей. Пришлось столько вот отбраковать. Ну, фольга здесь в нормальном состоянии. Итак, сейчас я замерю напряжение всех батарей. Напряжение на 2,5 вольт. Так, первое. Минус. Общие минусы, плюс. Немножко до 1,5 вольта не дотягивает. Это первое. Второе. Здесь много больше 1,5 вольта. Третье. 1,5 вольта. Четвертое. 1,5. Нет, плохо видно. Пятое. Здесь тоже немного меньше 1,5. Ну, все рядом. Шестая. Полтора вольта. То есть они идут с небольшим, совсем небольшим разбросом. Здесь 1,5 вольта. Довольно
стабильное напряжение у всех с небольшим разбросом. Также 1,5 вольта. Девятое. Ну что-то около этого. И последнее. 1,5 вольта. А теперь мне осталось их подключить последовательно и попробовать зажечь прибор, лампочку, 5-ваттную лампу.